большой холст тоже воспоминания из детства. Композиционный натюрморт с сухими травами, которые мы наблюдали у себя в доме наших родителей. Родители очень часто собирали эти травы, делали из них чай, лечили нас, делали различные примочки, в баньке делали веники для того, чтобы человек мог этим веником себя побить. В общем-то, это тоже родные существа, растения, которые располагались в различных емкостях, горшках, в каких-то банках, в красивых таких каких-то арт-объектовских, да, натюрмортных вот таких вот кувшинах. В общем-то, они свободно засыхали, конечно, вверх ногами. Делаем вывод. Вверх ногами очень хорошо продлевать себе жизнь. Становимся в йоговскую позу на голову.